Друзья, путешествие наше с вами началось. Вот мы находимся внутри катера. Пассажиров не очень много. Три ряда мест. В каждом ряду по четыре. Раз, два, три, четыре, да. Значит, четыре получается. Четыре ряда по четыре места. Прохладно, прекрасно кондиционируется воздух. А вот что у нас тут мы имеем за иллюминатором. Ух, отличная скорость. Через 3,5 часа где-то мы планируем быть в Гирне. По-гречески Киринея. Это порт назначения на Северном Кипре. Вы сами видите, что скорость весьма-весьма впечатляет. Я не боюсь морской болезни, мне это все очень нравится, забавляет меня. Но я надеюсь, что вас тоже не укачало, нет? Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Говорят, что турки-киприоты очень радушны, очень гостеприимны. Мы с вами на днях это проверим. Возможно, даже уже сегодня. Отель у нас на Северном Кипре будет Акапулько. А вот оттуда постараюсь вам тоже сделать репортажик, показать, что и как. Ну вот, пока любуемся красотами Средиземного моря. Великолепная гладь, это тоже здорово. Посмотрите, да, на небе не облачко, горизонт впереди. Ну, прелесть. Я прям кайфую, не знаю, как вы, а я кайфую. Только гул мотора такой мягкий, рокот такой приятный. Перед путешествием раздали всем, кто нуждается, таблетки для вестибулярного аппарата, чтобы не укачивало. Но я повторюсь, что мне не нужно. Я с 2 лет летаю самолетами, пароходами, плаваю или хожу, как моряки говорят, не плаваем, а идем по морю. Так что все это моя родная стихия. Ну вот так пока. Обнимаю, до встречи. Bye.